Друзья, мы начинаем единственное в Рязани телевизионное вокальное шоу «Красная сцена 2020» на телеканале КТВР. Новые участники, новые песни, интересный состав жюри – все это вас ждет в нашем телешоу. В этом году мы отобрали 11 вокалистов старше 18 лет. По-прежнему наше телешоу разделено на три тура. Первый тур – фристайл. В нем участникам разрешено петь любую композицию на выбор. Во втором туре ребята будут петь песни из советских кинофильмов. А чтобы заинтриговать участников, для третьего тура редакционная комиссия провела жребий, согласно которому конкурсанты вытягивали неожиданные для себя жанры, среди которых фолк, рок, джаз и романс. В каждом туре участников будет оценивать наше профессиональное жюри. Маргарита Николаевна Мурчукова, заслуженная артистка России. Выступать на сцене мечтала с детства, а теперь помогает воплотить эту мечту своим ученикам. Стас Молчанов, режиссер и поющий актер, старый рок-н-ролльщик, любит футбол, шашлык и простоквашу. В узких кругах известен под псевдонимом «Дядюшка Билли». Алена Селивестрова, поет в подъезде, в душе и в опере. Любит высокие ноты и больших мужчин. Уверена, что лучшая месть – это успех. Никита Осин, выпускник Российской академии музыки имени Гнесина, участник телепроектов «Голос» и «Икс-фактор». Озвучивал вокал Магомаева в одноименном сериале на Первом канале. Больше всего любит вкусно поесть, хотя по нему это и не скажешь. Море вернулось говором чая, песни прибоя, рассвет пробудил. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго. Ласки сквозь синюю вечность летят до земли, море навстречу им, детские сказки на синих ладонях несет корабли. О, море, море, преданным скалам ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, паруса малым вместе с собой, с собой. О, море, море, преданным скалам Экопарк «Поляны» – это спортивно-оздоровительный комплекс в 12 километрах от Рязани. Ключевой объект экопарка «Поляны» – биатлонный комплекс «Алмаз», который создан как для профессиональных спортсменов, так и для любителей лыжных, велосипедных и беговых занятий. Общая протяженность трасс составляет 25 километров. В экопарке «Поляны» размещены уникальные оздоровительные термы под открытым небом в сосновом лесу. Также в экопарке «Поляны» можно провести свой отпуск в гостиничных корпусах или уютных гостевых домах.
Экопарк Поляны – это новый формат вашего отдыха. Это пространство, улучшающее вас. Итак, мы начинаем первый тур единственного телевизионного вокального шоу «Красная сцена 2020». Поехали! Здравствуйте, меня зовут Елена, Елена Плавинкина. Я ведущая мероприятий. Также еще пою. Я с 8 лет выступаю. Различные кружки, танцы, КВН. Все это про меня. Но учиться конкретно музыке я никогда не училась. Я нигде не заканчивала никакие музыкальные училища, музыкальные школы. При этом играю на инструментах, подбираю мелодию по слуху. То есть я слышу музыку. И путем слуха подбираю все и пою. Никого в этом городе, как казино. Здесь обили шика, поезд ошибок, он ставит все на зеро. Она ярче, чем все, кого знал, ее имя у всех на устах. Она пахнет свободой, девушка Бонда и волос. Дальних камень, его любовь — это миг. Но как повторить его глаза — это свет. Дальних камень, ее любовь — это миг. Но как повторить? Глаза — это свет дальних камер, ее любовь — это миг. Но как повторить? Его глаза — это свет дальних камер, ее любовь — это миг. Но как повторить? I was broken with love, I was sure you were right. Елена прям настоящая артистка, прям влюбила в себя миллионы, но меня точно. Как скажешь, как твое ощущение? Я получаю удовольствие от того, что здесь нахожусь, что выступаю. И мне очень интересно послушать жюри, потому что я никогда не училась музыке. Ничего себе, ты такой самородок. Да, я от природы такая красивая, умная и хорошо пою. Отличный, отличный задел. Ну, слушайте, браво, аплодисменты. Давайте еще поддержим бурными овациями. Что скажете, Никита? Ой, слушай, ну, после твоих ответов прям хочется поставить просто 20. Но я так скажу, хочешь послушать, да? Давай о плюсах. Вот ворвалась на припеве, прям ворвалась круто. Голосина мощь, правда. Вот. Единственное, чуть-чуть перебор с манерой во время куплета был на русском языке. Ну, чуть-чуть прям перебор. То есть в припеве это уже в этой песне, это прям здорово. Ну вот, за это вот я у тебя 1 балл спешу. А так 9. Молодец, очень круто. Ну что, Маргарита Николаевна, что скажете вы? Ну, я довольна. Вот, что я могу сказать. Очень хорошо.
Мне понравилось. Единственное, да, вот как Никита сказал, когда на русском языке вот это вот без конца вот это скольжение слайды. То есть они немножко смущали, но это не минус. Как бы. Это вы хотите, так и пойте. Тем более вы говорите, что вы не учились, просто так от природы поете. И, конечно, когда вы... Я бы что вам посоветовала? Это неплохо, то, что я сейчас вам просто посоветовала. Когда вы вот врываетесь, да, как ты сказал, ну, я не знаю, я не помню, как... Вот этот вот... Вот, но он очень глубокий. Если бы вы его чуть-чуть вот сюда вот вытащили, да, светлее, он бы у вас заиграл. А так он получается прямой. И, конечно, я вам ставлю 10 вот за это, за все. Алена, уже готова что-то сказать, да. Лен, ну смотри, вот, конечно, меня очень смущает такая манера вообще современного исполнения, когда вот есть какие-то носовые, всякие подражания, все такое. Мне кажется, что вот это подражание большинству, оно сейчас уже на второй план отошло. Вот у тебя замечательный голос, я вот его слышу, он яркий, он мощный, он сильный, настоящий, хороший голос. Просто, конечно, да, слышно, что, возможно, у тебя нет наставника, да, который тебе подскажет, который там направит как-то. Очень хорошо у тебя удавался на английском кусок. Я уж не знаю, почему, может, он тебе просто так сильно нравится, и какой-то энергия у тебя сразу на... Вот, реально врывалась, да, но когда ты звукоподражала манерно какой-то певице или пыталась создать какой-то экстра-классовый вокал, вот это самое, мне кажется, плохое, что можно сделать, вот эти как раз моменты меня, они очень смутили, но за твою смелость, за то, что ты крутая такая интересная девушка, я тебе 9 поставлю, но это с авансом. Спасибо. Но хотелось бы сейчас дать слово мажору нашего сегодняшнего жюри Стасу Молчанову, давайте его поаплодируем. Не, я сейчас, пока вот это бурное обсуждение всего этого действия происходило, я сидел и думал, ну какой комплимент выдать. Девушка, я хотел бы быть бабочкой, порхающей возле вашей шляпки. Ох, что но... говорит. Ох, 9. Какой, ну какой. Браво, аплодисменты. Ну что, спасибо тебе большое, Елена. Увидимся в следующем раунде. Привет, Елена. Я только что видела твое выступление. Мне очень понравилось оно, очень понравился твой голос. И безумно понравился твой внешний вид, потому что очень приятно смотреть не просто на красивую девушку, на просто и еще на красивую девушку, которая хорошо поет. А теперь скажи, поделись со мной своими впечатлениями от своего выступления. Мне очень все нравится. Я действительно человек, которому просто получает удовольствие от того, что происходит. Мне очень льстит мнение жюри даже, хочу сказать так, потому что я никогда не училась музыке. Все, что я умею, я достигла сама. И мне очень приятно то, что говорили жюри. Правда, это было просто выше всех похвал для меня. А вот эта песня, которую ты выбрала, скажи мне, что она значит для тебя? Почему ты выбрала именно ее? Дело в том, что на каждый из туров я выбрала абсолютно разные песни из разных жанров. Эта песня мне просто, она меня зажигает изнутри, мне она нравится, и мне нравится ее смысл. А вот теперь вопросик про жюри. Скажи, кто тебе понравился, кто, может быть, не понравился, кто понравился больше всех, кто-то, может быть, был жестковатый? Честно сказать, мне вообще все понравились жюри. Это вот не то, чтобы сказать «хорошо», нет. На самом деле, мне все очень нравятся, потому что каждый из них говорил что-то очень все по делу, то есть никаких абсолютно не было лишних слов. И мне очень интересно слушать мнение Никиты, если честно. И забыла, педагог по вокалу еще. В общем, там всех интересно слушать. Но вот их особенно два человека, мне очень интересно мнение Никиты, потому что он, я так поняла, рок-музыкант, а я люблю рок. Вообще-то. Вот. И второй это преподаватель по эстрадному вокалу. Мне очень было интересно, потому что она как никто понимает в эстрадном жанре. А скажи, какие у тебя ощущения перед вторым туром? Что ты чувствуешь? Может быть, волнуешься? Вот сейчас именно уже не волнуюсь. То есть мне уже хорошо. То есть я уже вышла на эту сцену, я ее попробовала и уже чувствую в себе уверенность. Ну что ж, тогда я желаю тебе удачи во втором туре, потому что ты просто красотка, и это очень приятно будет еще раз на тебя посмотреть, и еще мы с тобой опять увидимся после второго тура. Удачи тебе! Спасибо. Стилистика.
«Фабрика стильных кухонь». Единственное неповторимое – это ваша кухня, созданная по вашему желанию, на которой будет приятно проводить семейные вечера, готовить кулинарные шедевры для близких и начинать утро с вкусного завтрака и ароматного кофе. Чудо-торт – это оригинальные по оформлению сладости ручной работы, которые не продаются в обычном магазине. Декоративные торты, кексы и пряники, пирожные, конфеты ручной работы и многое другое. Чудо-торт работает в Рязани более 10 лет и использует только натуральное сырье, преимущественно рязанских и российских производителей. Заказать чудо-торт с доставкой на дом можно на сайте чудоторт.рф. Здравствуйте, меня зовут Алина Синякина, и я работаю во Всероссийском научно-исследовательском институте коневодства, младшим научным сотрудником. На работе приходится делать все, что связано с наукой, соответственно, разрабатывать новые методики, усовершенствовать старые, писать научные статьи, патенты. А также учусь там же в аспирантуре. Музыка со школы, первые выступления в детском саду, во всяких мероприятиях театральных. Сначала это был хор, потом уже к старшим классам где-то 9, 10, 11 это были уже сольные выступления. На сцене, пока я училась в университете, закончила я как раз в этом году, приходилось практически каждый месяц выступать, то есть боязнь сцены уже там к пятому курсу пропала совсем. А именно музыка, ну потому что для меня через музыку можно передать эмоции настоящие, какие они есть. The one who makes the sunshine bright. You are the one who's in my mind. Give me the reason to be next to you and live for you.
Аплодисменты, Алина. Еще раз давайте поприветствуем ее. Но это было действительно невероятно. И, наверное, не только мне одному захотелось с тобой зажечь парочку звездочек. Нисколечко-то не волновало. Кстати, движения вот эти вот. Движения, это что? Это прям чувствуется, было все от души. Ну, давайте теперь пообщаемся с жюри, узнаем, как они прочувствовали эту композицию. Ну, например, вот Алена уже что-то начала рисовать даже. Давайте спросим, что она рисует, что она творит под твою композицию. Не, ну на самом деле я ничего такого не рисую, я просто пишу для себя какие-то пометочки, чтобы если человек поменял платье, в следующем туре я его узнала, скажем так. Алин, когда вы начали петь, у меня мурашки вообще были по всему телу. Вы только начали, и я уже так, вау, ну очень здорово у вас получается петь на английском. Очень, это вот прям, мне кажется, это вот ваша тема. Вот очень красиво, и голос, тембр подходит, все. Но когда вы перешли на русский, мне не хватило вот этого запала, такого, который был в начале. Вы его почему-то потеряли, возможно, вы сильно волновались, и именно поэтому. Вы очень хорошо двигались, вы, ну, не сильно было видно, что вы волнуетесь, но вот по передаче, по энергетике, да, мне не хватило. Мне хотелось вот эту волну, которая была в начале, продержать и вот до конца. Вот, не хватило, но вы большая молодец, поэтому 10. Здорово. Предлагаю дать слово вашему соседу Стасу Молчанову. Он выпил, я заметил, 2 бокала воды, пока вы исполняли песню. У него достаточно полтора. Полтора, так что что-то там было, да? Слушаем. Но я абсолютно согласен вот с предыдущим оратором вот по поводу русского языка. Вот. Но очень-очень кайфово, что это, я как понял, это коммерческий джаз-рок, его не так много сейчас поют, не так часто. Именно молодежь это радует. Вот. Но вот я, извините, вот я 9-ку вам... Потому что не убедили в конце. Я ждал развязку, ждал кульминацию. Ну, вроде как кульминации подошли, все. А концовка так раз, и все. И это... А что? Бензин, у нас время эфирное, дорогое, ну, на самом деле. Это КТВР, нет, это не что-то... Вы представляете? Так что... I'm sorry, 9-ку, пожалуйста. Все. Ну, тоже хорошая оценка. Это начало, действительно, конечно, мотивация. Будем ждать. Дальше. Еще будет впереди 2 тура. Ну а что же скажет наш рок-рокмен Никита? Платье теперь не только твое любимое, оно еще и мое любимое теперь. О, ходок! Ну, ходок! Смотрите. Но есть но небольшое. Наверное, все-таки прям вот волновалось очень сильно. Мне так показалось. И прям плавало по нотам чуть-чуть. Вот это прям смутило немножко. Поэтому, к сожалению, 9-ку. Но прям вот не волнуйся. На следующих турах и все будет. Все 10-ки будут. Платье, огонь. На сцене, как она плавала. Вы что? Супер, ну... супер. Все впереди. Движения еще, да. Были вообще очень классно. Вот прям молодец. Прям в музыке вся. Вот именно вот за это я вот тебе поставила 10-ку, потому что, ну, недочеты, ну, волнение, да. Но вот ты была в музыке, и ты вот в образе в этом. Это очень круто. Молодец. В начале все было кайфово, все было правильно. А потом вот немножечко что-то так. Вода вот закончилась, да? Я сейчас долью, если что. Да. Ну, Маргарита Николаевна, что же вы скажете? На самом деле я согласна с коллегами, что как бы не хватило запала до конца. На русском языке, конечно, намного хуже прослушалось, чем на английском языке. Ну, потому что еще английский язык, конечно, имеет свою специфику. Мы тоже своих студентов учим петь по-английски, и потом они только переходят на русский, потому что фонемы английские, они очень удобны для пения. Вот. Что я еще хочу сказать? Вы потеряли... То есть вот хотелось чего-то еще, а я уже сидела, и мне даже 3 минуты стало скучновато, потому что одинаково. Вы прекрасная, красивая девушка, ну, просто загляденье. И поэтому от вас хотелось... Понимаете, ваш внешний вид перебил ваш внутренний посыл, понимаете? Я, конечно, ставлю вот так... Бесконечность. Ну что же, ну мы им покажем всем, да, Алин? Давай, Петюлю, ты была большим молодцом. Встретимся в следующем раунде. Привет, Алин. К сожалению, из-за того, что мы занимались и разговаривали с другими участниками, я не смогла услышать твоего выступления, хотя я, честно, очень хотела, потому что твое платье, ну это, конечно, просто блеск. Я обожаю подобные блестящие штуки сама. Вот поэтому ты нам расскажи как можно подробнее про свое выступление и какие у тебя о нем были впечатления.
Ну, начало было, конечно, шикарным, как вы услышите, потом жюри все тоже скажут, а потом как-то что-то немножко пошло не так, наверное, из-за того, что я заволновалась. Вот, ну, бывает так. Ну, конечно же, бывает, это бывает у всех. А вот скажи, песня, которую ты пела, почему ты выбрала ее? Что она значит для тебя? Эта песня включает в себя и английский куплет, и русский куплет, и как-то вот она так все соединяет, что мне хотелось именно услышать от жюри их мнение на как раз исполнение в разном языке. И я его услышала, и я с ними согласна, и в дальнейшем я буду на него как бы опираться уже. Еще вот вопросик, чисто как девочки. Вот скажи, твое шикарное блестящее платье, от которого я по-прежнему остаюсь в восторге, оно, ты его подбирал специально под эту песню или просто потому, что оно твое любимое? Оно мое любимое, я в нем уже очень много пою как раз своих любимых песен, и сегодня я пела свою любимую песню в своем любимом платье. Двойное комбо. А вот скажи, вот про членов жюри, тебе кто больше понравился, кто меньше понравился, кто, может быть, был как-то жестковат? Мне, в принципе, понравились все объективные, и я очень хорошо принимаю критику. То есть все классно. Умничка. А вот скажи, какие у тебя ощущения перед вторым туром? Ты стала меньше волноваться или, может быть, наоборот, больше? Я стала больше волноваться, потому что жюри понравилось английское начало песни, а все остальные песни русские. Но это опыт. Я пришла сюда за опытом и за тем, чтобы услышать мнение других людей. Конечно, действительно, суперский опыт, ты молодчинка, и поэтому я думаю, что не тебе, ну, ни в коем случае не стоит тебе волноваться перед вторым туром, потому что ты красотка и вообще молодец. Поэтому давай, удачи тебе во втором туре. Найти фитнес-центр в Рязани сегодня не проблема. Но что, если вы ищете не только тренажерный зал, но еще огромное количество различных групповых занятий? А может быть, вы хотите заниматься боевыми искусствами? В таком случае вам нужно к нам. «Графит» – вот ваша гарантия высшего качества. Фитнес-центр «Графит» – стань лучше! Всем привет, меня зовут Шамонов Денис Сергеевич. Я учусь на заочном, потому что изначально пошел в мед, очень разочаровался в этом. Решил уйти, и сейчас я работаю в праздничном агентстве. Во время коронавируса подрабатываю в такси. Для меня музыка – это как и хобби, и часть моей работы. Первый раз я вышел на сцену, когда мне было где-то 7 или 8 лет. Это был школьный лагерь. Тогда я прекрасно помню, пел песню «Черный кот». И как раз на этом выступлении меня заметил мой музыкальный руководитель, который предложил мне заниматься музыкой. Я думал где-то месяца три, хочу я этого, не хочу. В итоге решил дать положительный ответ, пришел, и сейчас ни капли не жалею. Мое первое выступление, это была песня из мультфильма «Князь Владимир», «Может, знает лес». Я ставлю где-то мокнуть под дождем авто, и пойду куда не знаю, в паутину. И от ветра не спасает теплое пальто. Мне так сложно, я не знаю, что с тобою будет. Как быть с тобой? Нежная роза в моих руках, быть может, несерьезно, на собственный риск и страх. Покуда не отцвела, такова садовника судьба. Такова садовника судьба. Может, случай жребий бросил, что еще сказать? Я влюбленный, невозможно, кто бы мог подумать. Было бы правильно мне тебя держать, но и ты сама не хочешь в паутину улиц. Как быть с тобой? Нежная роза в моих руках,
такова садовника судьба. Денис, это было сногсшибаемо, согласен. Но мне однозначно понравилось. Давай, держи петюлю, это первые твои 5 баллов на сегодня. Ну а теперь я, конечно, хотел бы дать слово нашему многоуважаемому жюри. Ну и, конечно же, мы начнем с Маргариты Николаевны Мурчуковой. Пожалуйста, вам слово. Ну что же, Денис, очень хорошо. На недавнем конкурсе, который онлайн, я тоже видела ваше выступление. Там такое в виде клипа было. Очень хороший голос у вас. Вы хорошо держитесь. Единственное, что меня немножко напрягает, поскольку я всегда прислушиваюсь к произношению, ну не только к голосоведению. «Быть с тобой». Вот вы послушайте, когда запись, вы услышите. Перед буквой «Б» «Быть с тобой». Вот это вот только. Поэтому моя оценка – 9 баллов. Аплодисменты. Пожалуйста, слово нашему многоуважаемому Стасу Молчанову. Ну а что? Мне очень понравилось. Парень симпатичный, органичный, а это самое главное, конечно, с душой, тем более первый раз. Внутренняя зажатость была, ну совсем, чуть-чуть это так, но розу хорошо сделал, поэтому 10. Аплодисменты. 10. Десяточка, не жалко. Алена, пожалуйста. Денис, очень вы симпатичный, милый парень, и очень видно, что вкладывались, что роза это вас... Какое-то воплощение? Вы кого-то представляли, признайтесь? Ну, там, да, была одна довольно неприятная ситуация. У меня знакомая, в которую я в какой-то степени был влюблен, потом мы стали друзьями, она уехала со своей семьей в Германию. Понятно, это очень чувствуется. Мне очень понравилось, что вы смогли с помощью песни выразить свои эмоции. Но теперь скажу про то, чего мне не хватило. Уже... Маргарита Николаевна сказала, что мне вначале, в самом, не хватило дикции. Я сначала даже не поняла, какие слова вы поете. Мне бы хотелось больше четкости произношения от вас. Это очень важно, особенно если вы на конкурсе, да, исполняете. Член жюри должен не только понять, о чем вы поете, но и услышать, что вы поете. Это крайне важно. И мне, конечно же, не хватило развития событий. Как-то мне показалось, что все это было на одной волне. Возможно, не хватило кульминации какой-то, да? Вот. Но в целом вы большой молодец. Мне вы очень понравились. Но за такие, как скажем, некоторые моменты моя оценка будет вам 9. Спасибо. Ну, я уверен, сейчас Никита поддержит, и как настоящая мужская солидарность сейчас прочувствуется. Да не, ну мне все понравилось, кайф. Я фанат, большой фанат тембров. И когда я слышу тембр, который мне нравится, я кроме как десятки ничего поставить больше не могу. Аплодисменты! Ну что же, это настоящее классное начало. Давай петюлю еще раз и ждем тебя в следующем раунде. Итак, привет, Денис. Я ведь только что видела твое выступление. Мне лично очень понравилось. Я, конечно, не жюри, но это было круто. Скажи, а какие у тебя от него впечатления? Ну, честно сказать, мне все понравилось, но единственное, я, конечно, был в шоке от таких оценок. 2 девятки и 2 десятки, если мне не изменяет память. Я по своим личным ощущениям поставил бы меньше, потому что я
что, может быть, в силу своей самокритичности замечал больше ошибок и, конечно, может быть, в зале по-другому слушалось. Но, в принципе, я доволен первым выступлением. Ты молодец, все было супер. А вот скажи, вот эта песня, которую ты пел, почему ты пел именно ее? Можешь рассказать о ней подробнее? Почему твой выбор пал на эту песню? Ну, в какой-то момент мне моя знакомая сообщает то, что она с родителями уезжает в Германию. И как раз именно на такие случаи у меня ВКонтакте есть отдельные куски в плейлисте, которые я могу включить, погрустить. И как раз эта песня была одной из тех, которую я слушал в тот момент. Именно поэтому я ее выбрал. Так решил освежить воспоминания о грусти. А вот скажи, как у тебя впечатление о жюри? Кто понравился, кто нет? В принципе, мне все понравились. Жюри очень лояльно относятся. И все на позитиве. То есть они не смотрят вот так, сидят, сложа руки. Типа они... Им кто-то улыбается, кому-то что-то нравится. И ну, это заметно, то, что они пришли сюда не просто посидеть и поставить оценки, а на самом деле им это нравится. А вот скажи, скоро второй тур, ты волнуешься, мандражируешь или уже тебе стало спокойнее? Мне стало спокойнее, потому что во второй песне я уверен больше. Все-таки ее я пел, с этой возникали различные вопросы. Ну, я поспокойнее сейчас буду относиться, потому что и ну, распет больше. Да, я думаю, будет спокойнее все. Хорошо, тогда я просто хочу пожелать тебе удачи и успеха во втором туре. Я за тебя болею. Давай. Спасибо. Уникальная фабрика кофе и чая «Бравос» сама обжаривает кофейные зерна и фасует чай в Рязани. А география продаж впечатляет. В Рязани продукцию фабрики «Бравос» можно купить в фирменных магазинах, попробовать на вкус в уютном кафе «Бравос» на улице Краснорядской, дом 3. А самое главное, что вы можете заказать полюбившийся кофе в интернет-магазине «Бравос», и вам привезут его прямо домой. Всем привет! Меня зовут Ирина Черри, я ведущая мероприятий торжественных и ведущая на радио. Музыкой я занимаюсь с детства, вслед за своей старшей сестрой самостоятельно поступила в музыкальную школу и закончила хор-класс. Занималась в театре песни «Созвездие добра» у нас в Рязани и... В общем-то, этот конкурс для меня такая возможность перешагнуть определенную ступеньку. С детства мечтала выступить еще на «Солнечном зайчике», но эта мечта так и не сбылась. Поэтому сейчас, уже став взрослой, хочу все-таки в конкурсе поучаствовать.
Что же, Ирина, это действительно Ирина Черри, настоящая вишенка на торте сегодняшнего мероприятия. Аплодисменты еще раз. Ну что сказать, ты прям меня взбудоражила, всю сцену прям заняла своей энергетикой, прям большая молодец. Сейчас все капризы ушли, ты прям всех поразила своим вокалом. Ну что же, давайте еще раз поаплодируем Ирине. Ну, начнем, наверное, с того человека, кто единственный не смотрел на твои шикарные ноги. Он весь был в вокале, Никита. Никита, что ты скажешь? Такая красивая девушка. Вот не хочется вот к вам именно быть строгим, но буду, к сожалению. Во-первых, потому что это одна из самых моих любимых песен. И ну, это Мьюз. Это же обработка группы Мьюз, Feeling Good, правильно? И я так ждал кульминационных моментов, тех самых, которыми известен Мэтью Беллами же, да, солиста зовут. Я прям так ждал, что сейчас начинается вот эта вот вся история по верхам, а не дождался. Вот мне прям очень обидно, я расстроился в конце. Поэтому, к сожалению, 8. Алена? Ирин, мне нравится ваше самоощущение на сцене. Вы такая Багира, богиня вообще. Вы такая прям, вам сигару, и вот в то время такие Техас, это шляпы. Это я сигара, такой бандит. Я подъезжаю на кабриолете. Да, ну, вы, ну, Дмитрий, да, вы куда без вас. В общем, и голос у вас подходит под эту песню, да, и образ у вас сложился такой, скажем, да, как-то вроде бы все сошлось, но вы можете больше, Ирин. Когда вы берете такую песню, которая просто бомба, ее надо либо по-своему петь, чувствовать, да, и преподносить, либо надо петь лучше того, кто ее пел. Вы, наверное, сами об этом знаете, да. И я прекрасно понимаю, что как ни репетируй, но когда выходишь на сцену, всегда получится ну, так, как не получается никогда, то есть всегда по-новому. Мне не хватило для этой песни от вас еще больше посыла. Я не знаю, пусть меня сейчас все закидают помидорами, чем еще. Мне кажется, что вы можете больше. Вы эффектная девушка, у вас мощная энергетика, крутой посыл. В одном моменте я даже услышала неточность интонационную. Вот. Поэтому 9. Ирин, я жду от вас. Вы правда можете? Жду следующих туров. Маргарита Николаевна, я видел, она была... Она даже загуглила что-то, не знаю, наверное, перевела песню. Да, нет, я не загуглила, я просто ввела фамилию Ламберт, забыла, как его звать. Вот. Адам. Да, Адам Ламберт. Вот, вы, конечно, послушайте его исполнение. Но эта вещь действительно очень популярная, поэтому... как вам сказать, было с вашей стороны очень большой смелостью взять именно эту вещь. Вот. И в конце вот ваши там вокализные дела в самом конце, ну, они просто вообще неубедительные, и вы еще встали как-то боком. Поэтому я даже извиняться не буду и ничего, просто если меня сюда позвали, я имею право ставить то, что я хочу. Я поставлю вам, ну, это слишком, вот так, 7. Какая хорошая цифра, 7. Счастливая, конечно же. Ну, Стас Молчанов улыбается. Внесите позитива. А, да? Что? Позитива. А, ну, конечно, внесу. Да. А мне все понравилось. Да, это, шикарное это платье, было, посмотрите. Это было, для меня это было убедительно и возбудительно. Поэтому 10. Браво, аплодисменты, Стас Молчанов. Yes! Yes! Спасибо! Ну что, давай пятюлю, Ирина, ты была большим молодцом. Приветствую тебя, Ирина. Я видела твое выступление. Мне лично очень понравилось и твое выступление, и ты, и, как правильно сказали жюри, что действительно некая такая роковая вамп, женщина-вампа, багира на сцене. Мне все очень понравилось, но я хочу услышать, что же ты думаешь о своем выступлении. Могу лучше, да. Это то, что думаю я. А именно о своем выступлении. Но в целом, как вообще понравилось? Ощущения какие были? Что чувствовали? Что испытывали? Бесконечно волнительно, особенно вот в последней части, про которую говорили жюри. Я просто не справилась с волнением. И все. И я на ближних кадрах, там будет видно, что ну, вот, волнение просто зашкаливает. Ну, так
это эмоции, это же здорово. А вот скажите, вот эта песня, которую вы выбрали, что она значит для вас? Почему вы выбрали именно ее? Ну, просто она мне нравится, больше ничего. То есть захотелось исполнить именно эту песню. Ну и замечательно. А вот теперь вопрос просто вот как к девочке. Я уже... Тут очень много шикарных платьев, но я не могу не выделить ваше. Вот скажите, что послужило, почему выбрали именно это платье и как выбирала? Я выбирала по рекомендациям организаторов, потому что с блестками сказали, что будет смотреться действительно в кадре хорошо. И когда я увидела именно это асимметричное платье, я поняла, что то, что нужно, то, что я хочу видеть на себе в этот день. А теперь вопросик о жюри. Вот скажи, кто вот из жюри понравился, кто не понравился, кто, может быть, был слишком жестким? Я считаю, что судьи говорили абсолютно правильные вещи все. Конечно, они разные судьи. Они разные, все классные, все понравились. Скажи, какие у тебя ощущения перед вторым туром? Еще больше волнуюсь, потому что очень сложная песня, и я боюсь, что это будет... Если перед выходом этой песни я предполагала, что будет первая семерка, то перед вторым туром я боюсь, что будет первая пятерка, честно. Я думаю, что у тебя все будет прекрасно, потому что ты шикарная женщина с шикарным голосом, и поэтому я от всей своей души желаю тебе удачи во втором туре. Кедрос – это интернет-магазин, который занимается созданием ежедневников, блокнотов и фотоальбомов из натурального дерева, что дает им прочность, износостойкость и отличает от картонных обложек. Ежедневники Кедрос изготавливаются с учетом любых пожеланий заказчика. В итоге получается не просто изделие, а совместно реализованный творческий проект, который будет радовать владельца долгие годы. Ежедневники, блокноты и фотоальбомы из натурального дерева Кедрос трепетно продуманы и изготовлены именно для вас. И другого такого ни у кого не найти. Рынгач Татьяна. Я учитель высшей категории. Очень люблю свою работу, очень люблю учить детей. Сейчас вот не очень люблю, потому что мы в Зуме половину детей учим. Тяжелые времена настали. Но в целом школа классная площадка для творчества. Хотя, по большому счету, мы уже мало занимаемся своим творчеством. Больше, конечно, вкладываем в творчество детей, помогаем им в чем-то. А вот в этом конкурсе можно поболеть и поиграть в своей команде за себя. Насколько мне известно, благодаря нашей семейной кинематографии, мой отчим всегда снимал на камеру, еще на такую огромную, с большими кассетами, все мои выступления. Вот первое выступление, которое я помню благодаря таким кассетам, мне было лет, наверное, 5 или 6, на утреннике в детском саду, на утренней звезде такой, в детском саду, я пела песню «Мамонтенка». Вот с этого момента, наверное, кто-то где-то, какая-то, может быть, учительница музыки решила, что я очень хорошо пою. С тех пор я постоянно пела песни «Красных шапочек». И, в общем, вот с детского сада где-то лет с 5-6. Quiero olvidar el sabor de tus labios. Quiero tener por una vez una vida feliz. Por eso mi voy. Gracias. Gracias por lo que me diste. Gracias, gracias por amarme. Pero no tengo ilusión que tú eres mi razón. Por eso me ¡Gracias!
Татьяна, но это было действительно сногсшибательно. Не зря вам весь зал руку плескает. Я вот не знаю, честно, испанский, но мне пришлось прям сразу на автомате его запомнить, вспомнить. «Синсе пунтос» — 5 баллов на испанском. Ну, это супер было. Тем более, какая публика, смотрите. А какое очаровательное жюри вам рукоплещет. Ну, давайте поговорим с ними. Начнем, например, со Стаса Молчанова. Что же вы скажете сейчас? Как мужчина. Да, как мужчина. Дайте человек, как мужчина. Да, но я вот пока вы пели, я жутко в вас влюбился. Но вот знаете, какая штука? Во второй половине песни, может, мне просто так слегка, чуть-чуть показалось, вы что-то так слегка, так что-то поплыли, потом раз, и опять, ну, вроде как бы это. Ну, я десяточку вам ставлю, хотя это, сомнение маленький чуть-чуть так было. 10 баллов, спасибо. Достойно. Мне всего хватило, спасибо. Аплодисменты еще раз. Маргарита Николаевна, что скажете? Вот так вдохновенно сидите прям, да? Где-то в горах Испании тоже, да? Ну да, тем более я там часто бывала в свое время. У меня сестра живет там, родная, в Барселоне. Вот, что я хочу сказать. Мне очень понравилось, очень. Единственное, что когда вот у вас уже был модуляционный второй куплет, и там верхушечки вы, ну вот, немножечко не добирали. Вот немножко не добирали, но вот этот свой минус вы перекрыли своими эмоциями. Очень хорошо, очень здорово. Спасибо. Я поэтому ставлю 10. Спасибо большое. Браво, заслуженно. На что скажешь наш Торадор Никита? Я так скажу, меня давно очень не мурашило, а здесь у меня прям все тело мурашками покрылось. Я просто в восторге. У меня, если было бы 2 десятки, я бы 2 поставил. А, Алена, что вы скажете? Тань, ну, вообще очень понравились. И по эмоциям, по передаче, как вы это прочувствовали. Знаете, на несколько секунд я поняла, что я перестала следить за вашей техникой, вокальной я имею в виду, и я поняла просто, что я нахожусь где-то в Испании, действительно, в горах, и вот девушка сидит и вот играет сама себе, вот почему-то такие эмоции всплыли, да, такая картинка, и почему-то это вот прям какая-то баллада, и она настолько вообще пробирает, что я прям вот честно чуть не разрыдалась, мне очень понравилось, вы большая молодец, это огромная редкость, вы поете на иностранном языке, как будто бы на своем родном, и ваша манера такая слегка народная, да, там, возможно, какие-то специфичные, да, моменты, но она сюда очень подошла, вы большая молодец, что выбрали такую песню, просто 2 десятки вам, но пока 1. Аплодисменты, низкий поклон, Татьяна, вам, вы задали всем планку, так что удачи желаю, встретимся в следующем туре. Привет, Татьяна. Я только что буквально наблюдала за вашим выступлением. Это было очень ярко, красочно, в принципе, как и вы сегодня. А вот скажите, какие у вас впечатления от вашего выступления? Конечно, на сцене было ответственнее выступать и тяжелее, поэтому, может быть, действительно в какой-то момент чуть дала слабину, но песня настолько мною любима, что петь ее всегда приятно. Тем более на красивой сцене с прекрасным жюри и зрителями. А вот скажите, вот эта песня, которую выбрали, почему вы выбрали именно ее? Что она значит для вас? Эта песня очень хорошая исполнительница испанская Ясмин Леви. Она вообще на разных языках поет. И она полународная, она в такой манере всегда исполняет ее. Поэтому и исполнительница любимая, и жанр баллады, лирической песни такой, мне очень близок. И испанский язык очень мне нравится, как звучит, поэтому песня во всем подошла мне, сошлись звезды, вот я ее выбрала. А что вы скажете о нашем жюри? Кто понравился, кто нет? Мне кажется, вообще чудесное жюри. Они одновременно и компетентные с точки зрения вокала, музыки. И в то же время они настолько человечны, да, когда вот мне сказали, что где-то я там, у меня была небольшая шероховатость, они все равно увидели, что эмоции тоже немаловажны в песне. То есть их совместимость вот этой человечности, искренности и компетентности меня
приятно удивило, очень порадовало, мне очень понравилось жюри. А вот чисто вопрос такой, чисто для девочек, скажите, платье и образ прям под песню ведь выбирали, то есть так, красная Испания. Да, конечно, красная Испания, и вот цыганские такие испанские мотивы. Как Кармен. В пучиках, да, поэтому, конечно, все под платье старались. Ну, в общем, то есть в первом туре вы спели, а вот скажите, как у вас ощущения перед вторым туром? Волнуетесь или уже стало как-то, ну, поспокойнее? Нет, наверное, я больше еще волнуюсь, потому что песня, которую я исполняю, «Совет» из советского фильма, я ее исполняю буквально вот неделю, поэтому как она получится, я даже сама пока не знаю. Хорошо, вот. Я уверена, что у вас все получится и все будет прекрасно, поэтому желаю вам удачи в следующем выступлении. Спасибо. Все, спасибо. Торговая марка «У каждого своя деревня» — это экологически чистые фермерские продукты из натурального молока, а также мясо индейки. Все продукты торговой марки «У каждого своя деревня» проходят строгий контроль качества и изготовлены без добавления пальмового масла. Торговая марка «У каждого своя деревня» — мы производим продукты для себя и своих детей и делимся ими с вами. Это «Красная сцена 2020», и это единственное уникальное телевизионное вокальное шоу в нашем городе. А это значит, что такого вы нигде не увидите. Нас смотрит вся Рязань. В Дом.ру на 31-й кнопке, в сети МТС на 551-й кнопке и в Приокском телецентре на кнопке 22. Следите за нами ВКонтакте, Ютубе и смотрите в Инстаграм. Друзья, а наш вокальный конкурс продолжается.